Ну а теперь к теме выборов. Большинство голосов у «Единая Россия», они с большим отрывом опережают своих политических конкурентов. Информационный центр избирательной комиссии Дагестана подвел предварительные итоги выборов в Госдуму, Народное собрание и по партийным спискам. Подробнее об этом расскажет член избирательной комиссии Кисматулла Алимагомедов. По центральному одномандатному избирательному округу лидирует Эмир Гамзаев Абдулгамин Гасанович, который набрал более 88% голосов избирателей. По южному одномандатному избирательному округу у нас лидирует Маграмов Абдулмаджид Ларисович, который набрал под 70% голосов избирателей. И по северному одномандатному избирательному округу Маханову Махан Магомед Гаджиевич, который набрал более 67% голосов избирателей. Что касается выборов депутатов Госдумы по пропорциональной избирательной системе, здесь надо отметить, что «Единая Россия» набирает на территории Республики Дагестан по состоянию на 16.00 88, чуть более 88% голосов избирателей. Коммунистическая партия Российской Федерации более 5,5% избирателей. «Справедливая Россия» 2,55%, партия «Роста» 1,37%, остальные политические партии, принимавшие участие в выборах депутатов Государственной Думы, пока набрали менее 1% избирателей. Результаты по выборам депутатов Народного собрания Республики Дагестан 6-го созыва. «Единая Россия» 75,81%, «Справедливая Россия» 9,56%, Коммунистическая партия Российской Федерации 9,47%. Значит, партия Возрождение России 1,57%. ЛДПР. Значит, остальные политические партии у нас получается менее 1%. Что в итоге, значит, по выборам депутатов Народного собрания Республики Дагестан предварительно у нас проходят три политические партии. Это «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Коммунистическая партия Российской Федерации».